Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня мы будем играть на карте Skyblock. Вот, собственно, она есть. Ну, в общем-то, что у нас есть в шалкере под названием Backpack? Так, ну это мы все возьмем. Что тут у нас в книжке? Спасибо, что скачал карту. Здесь есть 4 острова. И там есть награда. Незер и Энд. Это нормально сгенерированный, типа, что-то того. Магазин. Это 100, 100, 0. Чего-то ничего не понял. Короче, мы все складываем обратно в шалкер. Я так понимаю, вот у нас тут генератор булыжника. Ну ладно. А мы переходим к крафту. Пим-пум, пим-пум. Пим. Так. Лучшая ручка. Так, верстак. Ставим верстак. Вот так вот. Палки. И у нас есть уже кирка. Ну, мы выкапываем вот здесь вот, наверное, ямку небольшую. И у нас, получается, будет бесконечный генератор булыжника, я так понимаю. Ну, вполне достаточно прикольно. У нас 1000 коинов. Зачем нам интересно вот эти коины? А, типа в магазине что-то там есть. Понятно. Я ничего не понял. Так, а шалкер вот этот можно добыть? Да, его спокойно можно добыть. А мы переходим у нас к артиллерии получше. И получается... Ну куда, блин, выкидывается? И получается копаем у нас вот куча булыжника. Ладно, давайте я подобываю булыжника и скрафтю нам печку. Ну, не знаю, зачем нам печка, но, допустим, она нам нужна. Чё не добылся? Чё-то как-то залагало немного, видимо. Ну ладно, мы тем временем создаем печку. Печку на свободно создается. Что же мы можем, собственно, сделать? А кстати, почему семена не выпадают? Это странно. А, вот. Вот. Вот сюда посадим мы. Давайте еще немного добудем семян. Деревья. Саженцев, вернее, наверное, лучше сказать. Потому что семена это относится, наверное, к другому. Так, тык-тык. А что не работает? А, так тут у нас листва, так вот почему не растет. Вот, собственно, мы прокакали кость. Не самое лучшее, что могу... А, ой, ё-моё, ну еще костной муки, ну это нормально вообще. Так, ну а мы добываем у нас дерево. Здесь мы... Ух ты ж, ну я тут... поставить блок, чтобы не упасть. Это же все-таки скайблок, а не какой-нибудь там
хотя в любом бы выживании так было. В принципе. Если бы мы упали. Так, вот смотрите, вот мне кажется, надо немного расширить территорию, чтобы мы точно не упали. Что-то не поставилось. Ну ладно. Воу, смотрите, вон там вот у нас джунгли, там саванна. Это какие-то грибы. А это что? Я не знаю, что это. Это зимние. А вот это вот типа наша первая цель. Ну давайте мы уже будем добывать кучу камня. Я думаю, что съемки можно немного прекратить. И пока я добываю камень, наверное, у вас пойдет одна секунда, у меня вообще куча времени. Ну, я думаю, 34 штук хватит, чтобы нам спокойно таки достроиться до следующего острова. Это, не знаю, типа маленький лес. Зачем я подобрал, интересно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, уйди от меня. Но зато тут у нас есть еда. И я надеюсь, что она не упадет в пропасть. Очень будем надеяться. И у нас уже 6 штук. О, здравствуйте. Ой, блин. Я уже думал, это меня курица, блин, бьет. А это... Так. Давайте, если мне выпадет цыпленок, то вы ставите лайк и подписывайтесь на канал. Ну, собственно, это вам решать. Ну, стоит ли туда возвращаться, я не знаю. Но там у меня печка, бесконечный генератор этого. Думаю, не стоит. Поэтому мы все дерево превращаем в доски и из них крафтим второй верстак. Еее, как это круто! Вау! Пьем. Что нам нужно? Я забыл. Ну, наверное, топор надо сделать. А для топора у нас нужны палки. Для палок нам нужно дерево. А для дерева нам нужно дерево. Логично. Мы создаем топор. И у нас есть топор. Это вполне было очевидно. Так, не упадите наши курицы. Я пока... Блин, достаточно. Ой, я прошел так быстро. На этом шифте. Ладно, ладно. Пожалуй, такого количества блоков нам спокойно хватит добраться до следующего биома. Там я вижу лошадь, и значит то, что нам ее, наверное, надо приручить. Но зачем? Тут же большой риск упасть и потерять все свои вещи. И
38 у нас не хватило. То есть это у нас получается около 3 блоков, то есть я, конечно, не собираюсь прыгать, вот что. Ну, конечно. Зачем я это добывал, если... Так, это у нас Nothing Special. Ничего обычного? Вы чё? Ничего обычного, да? Это же... Блин, алмазы, да? Ну ладно, давайте мы сюда сложим все свои такие вещи, которые нам пока не понадобятся. Ну ладно. Это уже крутое достаточно выживание. Ребята, напишите в комментариях, тратится ли голод на легкой, потому что мне странно, что не тратит. Ну ладно, мы забираем все свои ресурсы, ну, вернее, вот эти именно ресурсы. Так, и добываем нашего шалкера. Кстати, а зачем у нас, собственно говоря, эта лошадь тут? Ну, чё ты злишь? Может, её сбросить? Прикол. Ну, а мы, пожалуй, добудем у нас дерево. Ну, не знаю. Собственно, зачем... В чем смысл вообще этого выживания-то? То есть нам нужно дойти до конца, то есть до вот этого енда. Ой, там свинья упала. Ладно, добываем. И это все дерево, вы серьезно? Ну ладно, у нас есть еще куча всего. Кстати, вот смотрите, там какой-то прикольный такой остров. Ладно, что ж, думаю, что следующие острова посмотрим мы, ну, в следующей серии. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте свой лайк. Короче, всем пока, ребятки.